Для супа или для тушения фрикадельки – прекрасное дополнение. Рецепт фарша для фрикаделек для супа на все случаи жизни. Для приготовления фарша для фрикаделек для супа я беру курятину, грудки, перемалываю их на фарш, это просто и быстро. Кстати, получившиеся фрикадельки я использую для приготовления сырного супа, но, когда фарша много получается, я замораживаю часть фрикаделек, потом добавляю их в другие супы, также их можно тушить и запекать, смотрим далее рецепт. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Смешиваем куриный фарш с яйцом, измельченной зеленью, это может быть укроп или петрушка, специями и хлебной крошкой. Перемешайте хорошенько и уберите в холодильник на полчаса. Мокрыми руками из холодного фарша формируем шарики среднего размера. Фрикадельки варятся минут 10-15 максимум, поэтому в суп я их добавляю уже в конце. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Фарш куриный, 200 грамм. Яйцо, 1 штука. Хлебная крошка, 80 грамм. Зелень, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите в гости.